Если ваш ребенок до сих пор думает, что поход в музей – это скучное занятие, значит, он еще не был в экспериментариуме. В Твери открылся уникальный музей занимательных наук, где абсолютно все можно трогать руками, а также прыгать и кричать. Организаторы уверены, что здесь понравится всем. Для некоторых детей это, наверное, просто какие-то интересные устройства, которые забавляют, а для кого-то это подтверждение той базы знаний, которую получают в школе. То есть это, наверное, такое подспорье учебному процессу для детей. В полном распоряжении детей более 100 экспонатов, демонстрирующих законы физики, химии, биологии, астрономии и других наук. Сначала ребятам предлагают провести тот или иной эксперимент, а затем объясняют, почему так происходит. Понравилось многое, а особенно понравились физические эксперименты с электричеством. Все, что я знал, здесь как-то усвоил на примере экспериментов, как-то все это сразу стало более интересно и живо, и знаете, где это используется в жизни. Здесь можно без вреда для собственного здоровья посидеть на стуле с гвоздями, стать магом или мультипликатором, с головой окунуться в мыльный пузырь или проделать фокус с говорящей головой. Одним словом, родителям больше не нужно думать, как весело провести выходные вместе с ребенком. Было много развлечений разных в городе, но это такое особенное место, где ребенок может и поучаствовать, и получить какие-то новые знания, получить новые интересные эмоции. И от этого родителям становится еще лучше, потому что мы рады всегда, когда нашим детям хорошо. Подобные музеи существуют во многих мировых столицах и крупных городах России. Организаторы признаются, что давно вынашивали идею открыть нечто подобное и в Твери. Мы просто поняли, что в регионах таких музеев не хватает на самом деле. Очень мало каких-то мест, где можно с ребенком пойти, чтобы это было не только развлекательно, но и познавательно. И поэтому решили, что да, в Твери такого музея не хватает. Маленьких и больших гостей музея приглашают совершить незабываемое путешествие к звездам или посмотреть фильм. Для этого здесь есть свой планетарий. Наигравшихся и проголодавшихся детей родители смогут накормить в кафе. В меню не только привычная еда. К примеру, уникальное нано-мороженое есть не только вкусно, но и интересно, что полностью соответствует концепции музея. Екатерина Карпова, Юлия Личева, Виталий Осипов, РЕН-ТВ «Пилот».